В июле этого года в России была утверждена программа «Цифровая экономика». После этого на федеральном и региональных уровнях началась активная работа по выстраиванию системы ее реализации. Сотрудничество нашего региона в сфере развития цифровой экономики с крупными российскими партнерами обсуждали накануне на заседании Совета по реформам и приоритетным проектам. В Ульяновск прибыли представители Всемирного банка и компании «Инфовоч». Обе организации входят в состав рабочей группы по направлению «Информационная безопасность». Нас с вами выбрали для такого, я назвал, первоочередного сотрудничества. И мы, конечно, несомненно, этим гордимся. Мы постоянно с вами, уважаемые друзья, подчеркиваем о том, что Ульяновская область особый регион, регион, который устремлен в будущее. Чтобы продолжить идти в ногу со временем, правительство заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «Инфовоч». Новый партнер поможет Ульяновску развивать инфраструктуру обеспечения защиты информационных систем и телекоммуникаций, которые так необходимы для создания безопасной цифровой экономики. В своем докладе представитель компании рассказал о разработках систем защиты информации и о работе над государственной программой. Чтобы принять формат, было подготовлено только по теме информационной безопасности 1400 предложений с бюджетом около 100 миллионов. После доработки бюджет снизился примерно в 3 раза, потому что не все эксперты понимали, сколько может что стоить. И в итоге вот, мы вышли на более скромную цифру, примерно в 30 миллионов. Рекомендации экспертов планируется использовать для дальнейшего стратегического планирования развития региона в данной сфере. Тем более, что следующий 2018 год пройдет в Ульяновске под знаком года умных технологий и креативных индустрий. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.